пришла домой, девчата. Вот в один момент, когда солнце выходит, печет, да? Домой пришла, так хорошо, девчата. Как жалко, что вот здесь я не убрала. Здесь я тоже, вот этот стол тоже, это безобразие. Куда-нибудь в стороночку поставлю, чтобы видно не было. Как мне нравится, вот я не знаю, смотрю. Думаю, какой порядочек, девчонки. Этой табуретки нету, так хорошо стало. Вот опять лестница, видите, вот. Вчера мыла. Сегодня я принесла от мужа с работы одну машинку, которая вот пол этот хорошо чистит вот эту жесть, которая вот сильно, которая вот вода прям полоска идет. Хочу вот это почистить. Вы посмотрите, какого цвета. Вы посмотрите, как пыль сюда собирается. Хочу вот это почистить и снутри, и сверху, потому что тот день я чистила, сейчас я вам покажу. И вот прям вот она как будто сделала полоски, я не знаю, ну, наверное, незаметно. Посмотрите, какое небо, такое ощущение, что дождь будет. После этого, как вот, был же, помните, вот я вам показывала, да, вот, прям все было в песке. Вот после этого вот она как будто туда вовнутрь вошла, вот, никак я ее дочистить не могу. Сейчас он принес эту машинку, и вот мы сейчас машинкой этой попробуем хорошенько все почистить. Ай, Кисюня, ай, моя золотая, ты тоже скучала, да? Ты тоже... Она, я думаю, девчонки, знаете что? Она, наверное, в прошлой жизни была русским. Кости кожи, гуляка, кости кожи осталось тебя. Идем накормлю, идем дам кушать. Опять надо эту пиндюрку. Посмотрите, вот вообще не выдерживает, девчонки. Пару дней и все, девочки. Сейчас порежу ей новую. Эту выкину, новую порежу, поставлю ей для воды. Ой, девчата, хорошо дома, как хорошо, честное слово. Там тоже вроде бы я не на улице, дома, да? Яблони как у меня расцвели. Хорошо в этом году. И какие хорошие яблони здесь будут. Кто-то, я надеюсь, девчонки, у моего свекра прям... Вы не поверите, какие у него яблони красивые. Большие такие, прям как будто один в один, как в магазине, да? Аж завитки берутся. Вот. Тоже хочу. Здесь я тоже. Вот, они какие-то мелкие. Видите, да? Надеюсь, что будет. Я посадила одно яблоне, второе яблоне, третье яблоне. Это уже груша. Больше яблони нету. Три яблони. А, и там есть еще сзади этого тоже яблоня есть. Вот так. Посмотрим. Вот на это надежда у меня есть яблоня. Не знаю, почему-то на нее очень большая надежда у меня. Потому что в прошлом году дало одно или два яблока и таких красивых яблок. Надеюсь, что как у свекра получится. У мамы свекра вообще везет насчет таких вещей, да? Вот он купит какое-нибудь деревце, да, и очень хорошо у него. Но у него и земля другая, у него там одни камни, хоть он и жалуется на свою землю, все равно у него вот так земля, а потом одни камни. Пойду переоденусь, девчонки, и что-нибудь поделаю. Все очень любим животных, все умираем, очень сильно любим, но что воды, что кушать, только я, девочки. А мы так любим Кисюню, мы так любим Томаса, мы все любим, девочки. Элементарно воды налить никто не может. Элементарно. Муж-то, ладно, я ему ничего в упрек не могу сказать, девочки. Когда не говорю, она хорошо. Сейчас сидит. Я сейчас покушаю. Понимаете? А потом забывает. Но она как маленькая, да? Но все равно. Я ей говорю, чтобы я еще раз, девочки, животное, вот, поставила кушать. Хорошо поел этот Кисюня. Чтобы я еще раз, девочки, завела животное. Вот я имею в виду вот такое, да, вот как собаку. Кошка, ладно, вот не знаю почему. Вот она как-то меньше проблем давит. Ну, собаку. Ой. Вот на это как я могу жаловаться? Вот на это, она вот покакала. Это я сама уберу, потому что это я хочу это животное. Это мне нравится. Вот я и хочу. Поэтому я и молчу. Говно вижу, молчу, иду, убираю тихо. Вот посмотрите, я вам когда показывала. Полузеленое было, правда же? Смотрите, уже
Уже практически все. Еще пару дней. Ой, я возьму один покушать. Так. Более такой вот. Вот этот, наверное. Нет, этот. Ой, какой у него вид. И вот этот возьму. Как я люблю. Вот говорю, кайтаночки. Я закрою сейчас Тумаса. Потому что хочу своих этих вытащить. Животных. Они целый день закрытые были. Животные. Хочу там их вытащить. Она хорошо. Я говорю, иди, смотри за Тумасом. Нет, она устала. Она не хочет. Ну. Ну такая шкура у них толстая, девочки. Сейчас один день, говорит, наполнен был. Чуть-чуть, говорит, это теперь хлору должен добавить. Там, короче. Потом фильтр надо какой-то. Хрен его знает. Алчу и в этом году буду богатая, девочка. Я каждый год богатая, но в этом году вообще миллионерша. Это тут меня слышит. Сразу свой хост раскрыл. Это все. Я же говорю, они все у меня русские были. Русскоязычные были. Чуть что. Тот мяукает, этот хвост свой показывает. Смотрите на меня, смотрите на меня. Вы только на меня взгляните. Какой же я красавец. Я же красавец. Вот так. Как вам? Помните, который я посадила? Это гранат. А, вот это, вот это. Эти хоть я каждый день поливаю, девочки, все равно они стали желтые. Видите, они не выдерживают эту жару. Не выдерживают, девчата. Хочу вот. Что на нигде подавить с другой стороны? А и он какие там рыгал и утру, но это аирно рыгать-то? И почему ты здесь стоишь там, кому кино рыгать-то? Он говорит, вчера же все полили. Так это так оно, что это сека. Он говорит, просто говорит, очень жарко. Todo, я preparado la máquina. Aquí también? Todo, cariño. Esto también? Menos esto, eso es dinero. No, esto. Sí, todo. El pino, todo. El peral, el este. Он говорит, это у меня все поливал. Ну, он говорит, я говорю, а кажется, что не поливал даже. Я говорю, валах, кажется. Мне кто-то спрашивал насчет моих батарей. Девочки, я не могу сделать видео, потому что один раз было такое. Меня одна девчонка попросила, я столько поработала, такую информацию, все, хотела закачать. И мне YouTube написал, что нет, что нельзя. Это как реклама. Вот я вам что хочу сказать, просто на словах говорю, да, насчет батареек. Кто хочет поставить батарейки, если у вас есть возможность поставить свет и батареи, это совсем другое. Но если у вас только, как вот у меня, поставить батареи, нету этот, вы хотите убрать свет, да, это вам очень будет дорого. Это в течение 15 лет вы это обратку не получите. У меня сейчас уже, конечно, намного, сейчас, короче, на 1000 вольтов, 1000 евро, короче, стоит. Вы поняли, да, что я вам хочу сказать? Кто вот в этом понимает, тот понимает. Вот, например, мне каждый день как минимум 5000 нужно света вольтов, да, 5000. Вот у моей батареи мне дают 6-7 тысяч. Но бывают дни, девочки, что нету солнца. Нету солнца. То дождь. Какие дни? Неделями бывают, девчонки. Вот. Ты откуда должна тянуть? Конечно, девочки, ты тянешь.
от бензина. Заполняешь бензин, и вот он тебе набирает батарейки, потому что каждому, вот каждому этому, у меня станция наверху, каждому этому дополнительно поставили. Должны быть батареи. Это как телефон, девочки. Вот заряжаешь телефон, потом он разгружается. Вот такие же батареи большие. Там называется 12 стаканов, короче, на 12 вольтов. Этот. Есть батареи сейчас намного лучше. Это все как минимум на 10 лет. Через 10 лет эти батареи надо менять. Вот, я уже второй раз поменяла. Первый раз очень дорогие батареи я купила. Сейчас каждым разом цены становятся более такие, знаете, ну, можешь себе позволить. Но сейчас тоже они чуть-чуть поднялись. Был момент, вот когда у нас сильный кризис был, что они упали, девочки. Сейчас обратно чуть-чуть поднялась. Но все равно не так, как раньше. Я когда первый 15-16 лет тому назад, ох, как это было дорого. Эстеван, я киталю, си я ларегасте тодо, тонсес. Я говорю, убери, если ты все поливал, зачем? Просто так воду выкидывать тоже не хочется. Ой, как они любят тоже вот так чуть-чуть намочу. Вроде вот недавно убирала. Quítalo, cari agua cuando quieras. Какие они у меня красавцы. Шуршишь? Шуршишь? А? Или как? Или просто понтуешься? Понтуешься или как? А я тебе арбузик принесла. Будешь арбузик? А? Или дыньку хочешь? Эй! Лицо не хочет показывать. Вот туда стану, он наоборот повернется. Вот посмотрите, смотрите. И видит же. Чё? Хочешь арбузик? Арбузик хочешь? Я же тебя спрашиваю. Арбузик хочешь? Постоянно свою задницу дает. Ой, а понтов-то сколько у тебя? Посмотрите, как все засрали. Сейчас уберу. Чё? А? Понял свой урок? Как? Ой, как ты посрать любишь. Жрёшь. За что я тебя только люблю, не могу понять. А? Чё ты, мой сладкий? Иди сюда. Мой срун, иди сюда. Ай. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. А ну давай покрути. А ты когда будешь выходить? Все мне вы обосрали. 2 дня, девчонки, не смотрю, уже все засрали. Ой, не могу. Раньше как ты убегал от меня, как бешеный бежал. А сейчас что, уже привык, что ли? А? Уже привык? Идем погуляем, что ли? Или как? А? Погуляем? Или как?
Давай быть друзьями, нет? И тебе будет хорошо, и мне хорошо. Не хочешь, ну и хрен с тобой. Ты только не улетай. Ты только не улетай, окей? Этот выходит уже. Выходит, заходит, выходит, заходит. Он под следствием еще. Ой, короче, пойду чем-нибудь займусь полезным. Хорошо, люблю вот так чуть-чуть пройтись. Везде посмотреть, как, что. Это же без меня все равно. Вот посмотрите, он уже его включил. А вчера напоил, он такая прозрачная была, а сегодня... А, уже начинает быть прозрачненькая. А то такое... Какой-то чуть-чуть зеленоватым отдавался, что ли. Ну, воду, если ты вот фильтры вот эти все не чистишь, не ставишь, вот здесь, что ли, почистить мне сейчас? Или все же продолжать впереди, не знаю, девочки. Я боюсь тоже, вчера вот это все делала, девочки, мне аж чуть-чуть было еще, мне с тобой еще рано тебе, подожди еще пару дней. Посмотрим, рано, не рано. Сейчас хочу вот с этим заняться, я вам потом покажу, какую уборку сделаю. И сюда поставила, девочки, потому что там мне пятна оставляют постоянно на кафле, да? И плохо. Девчонки, смотрите. Вот недавно же я вам показывала. Позавчера, что ли, я вам показывала, да? Теперь вот стою, смотрю, воды набираю. Смотрите уже. Тут-то абрикосы, девчонки, уже какие. Но в этом году совсем плохие они. Какие-то вот, ну, уже пожелтели. Ну, какие-то они как будто больные. Я их не опрыскивала. Вот в следующем году, с следующего года начинаю, девочки, опрыскивать все. Не буду оставлять. Вы знаете, какие эти абрикосы были? Просто им... И вы не можете себе представить, насколько были эти вкусные абрикосы. Посмотрите, как будто вот я не знаю. Вот как будто у них... Я не знаю. Вот они такие здоровые были. Вот один вот оторву. Вот они уже как будто мягкие какие-то. О, даже неприятные. Что-то... А, я думаю, что это так плохо показывает? Это слишком близко показывает. Вот какие-то они вот. Вот не то, девчонки. В этом году, короче, не повезло мне. Ни с абрикосами, ни с чем. Ну, посмотрим. В следующем году буду опрыскивать, девочки. Сейчас полью эти цветочки, которые в этих. И это самое. И начну мыть вот эту штучку. Уже пистолет все приготовила, сейчас помою. Мамуль говорит, нет, это надо на лестнице, говорит, так что у тебя не получится. Ке? Ба, ну ромпа, скорее. Он говорит, я порвал. Ну, а эту черру, ну, ты не аски. Ой, он уже порвал, видите. Я еще даже лехо, То сейчас понял, утро, это Иван. Ну, я приклею его как-нибудь, смотри. Очень грязная девочка. О, ты течет. Я выйду. Я там внутри сижу, у меня такое ощущение, что на меня пыль идет. Не могу. Но если не уйдет, новую купим, девочки. Я так не оставлю. ¿Queda mal? No, queda bien, pero el problema, ahora tanto el sol, que esto tiene tanta fuerza, yo no la puedo controlar, y lo mismo la parte. ¿Vale? No, venga, la parte, a ver. Я не могу контролировать, говорит, она такая сильная, говорит, я боюсь, вдруг я ее порву. Я говорю, порвешь, что теперь делать?
Люди тоже падают и умирают. За это я еще не переживала. Но она не протекает. Yo pienso que es por dentro, Esteban. No, tiene por fuera, ¿vale? Y por fuera y por dentro, bueno, porque... Por eso yo hago por dentro, ¿vale? Uh-huh. Видите, да, вот она грязная. Я вижу, что она грязная все равно будет внутри. Видите, да, вот здесь складки есть. А ver, espera.
Девочки, короче, вот это помыло. Посмотрите, какой камень стал чистый. На мои ноги. Это все помыло. Это все. Сейчас я вам покажу. Смотрите, камень какой остался. Вот это все. Мой муж машину моет. Этот камень отмыло. Он когда высохнет, он еще белее будет. Вот этот весь камень до туда помыло. Вот так. Этот весь камень помыло, девочки. Дело в том, что она белизной и щеткой очень хорошо. Белоснежная бывает. Но здесь же у меня... Ну вот, короче, вот так, девочки. Зелень у меня растет. Ну, живность, да? Не хочу. Эти заборы скоро отсюда уйдут. Это же мы вот такие заборы сделали за... Ну, бесплатные, короче, когда нам нужно было, девочки. А сейчас, потому что у нас были собаки много и туда, и сюда. Сейчас они нам не нужны, мы купим хорошие и поставим. Поэтому я даже и красить не буду. Я даже на них время тратить не буду, девочки. Потому что это... Это бесполезно. Вот так все помыли, девочки. Очень хорошо стало. Мне очень нравится запах, прям такой чистый. Эти тоже отмыло. Видите, да? Вообще хорошо стало, девчонки. Честно говорю, мне очень нравится. Мне муж говорит, да зачем это? Говорит, это бесполезно. Вот мне не бесполезно, девочки. Я замечаю. Он говорит, кто это видит? Я говорю, я вижу, мне хватает. Я это вижу, и мне это хватает. Сейчас ноги тоже помою, прям все щипят. Вот так, девчонки. Вот так заняла. Сейчас иду. Сейчас уже даже чуть-чуть поздновато, девочки. Иду, ужин поставлю. Вот так. Сегодня салатик, наверное, сделаю. Цветы полила немножко. Животных накормила. Ну, вот так. Этот шатер, короче, так и оставила, короче, потому что помыла сверху. Вот толку нету, девочки. Он как будто вот его надо щеткой и надо жидкостью какую-то. Эту пиндюрку приклею, ничего страшного. Ничего страшного, девочки. Ничего. Самое плохое, что вот это было бы. Я даже расстраиваться не буду за это. Вот так, мои золотые. Вот так, каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И будет у меня здесь порядок. Будет порядок. У меня прям вся намочилась, девчонки, до трусов. Вот честное слово, все. Все вот такое грязное. И я искупанная вышла, если что. Посмотрите. Видно, да? Короче, иду домой. Сейчас ноги здесь на улице помою. Иду домой. Оставлю вас, девочки. Короче, пока, мои золотые. Сейчас здесь я убирала. Камень мыла. Вот это, да, с пистолетом. Сейчас я тебе покажу. Ты посмотри на мои ноги. Смотри, это все в грязи. Ты видишь, да? Это все в грязи. Если что, вот так. Сейчас я тебе покажу. Вот этот камень же есть. Вот он уже от дождя. Он такой черный был. Вот этот весь камень мыла. Вот это. Вот с этой пиндюркой. Поняла, да, с пистолетом. Вот завтра видик выйдет, я там показываю. Короче, весь вот этот камень я помыла. Белый, видишь? Эти заборы надо выкинуть уже, но в этом году пока оставлю. Вот. Вот здесь я все время от ветра грязь забивается. Вот видишь, вот это все только что мыла. И вот эту сторону мыла. И, честное слово, устала я уже. А порядка не видно, понимаешь? Порядка не видно. Почему? Потому что у меня стройка. Вот как закончится эта чокнутая стройка. Смотри. Как закончится эта чокнутая стройка, честное слово, посажу здесь зелень, посажу красоту, короче, на виду, чистоту на виду. Я мечтаю. Я не хочу сказать, что я такая чистоплотная, но мне вот, когда во двор ты заходишь, да, мне хочется, чтобы все было в порядке. Мне хочется сирень, как у тебя. Но у меня не получается. У меня не выходит. Вот так. Потому что или слишком жарко, или земля. Я не знаю, в чем проблема.